Сегодня к нам в город прибывает 200 девушек-комсомолов. Девушки, не дожидаясь навигации, вышли из Хабаровска вместе с частями Красной Армии. И по нашим сведениям идут хорошо, от бойцов не отстают. Да. Сегодня в 5 часов вечера торжественная встреча на Амуре. В 8 часов бал. Помещение инструментального цеха. Всем товарищам предлагается явиться обязательно бритыми. Возможно, ты не парень.